вы отдыхаете. Они видят абсолютно все. Они агенты 550, и они спасут город Чебоксары. Монумент воинской славы чистый. Вид шикарный. Танки и вертолеты прочные. Дети в больнице ждут гостей. Внимание! Дети в больнице! Внимание! Новая миссия для агентов 550. Здравствуйте! Мы чебоксарские супергерои, агенты 550. Можно нам пообщаться и поиграть с вашими пациентами? Можно, конечно, можно. Наши пациенты очень любят, когда к ним приходят в гости супергерои и поднимают настроение. Хорошее настроение, как вы знаете, поднимает иммунитет, что способствует быстрейшему выздоровлению. Больница – это режим и дисциплина. Устроить здесь фейерверк или дискотеку не получится. Будем рисовать, причем с пользой для здоровья. Вызываю специалиста, арт-терапевта. Здравствуйте, ребята! А вы знаете, что все наши эмоции можно рисовать? И когда не знаешь, что с тобой происходит, и когда не понимаешь, какое у тебя настроение, то можно взять альбомный лист, можно взять краски, можно взять кисточку и водичку и начать рисовать. Не нужно думать головой, нужно думать сердцем. В настоящее время ученые собирают доказательства. Они уверены, что если ребенок занимается с арт-терапевтом 2-3 раза в неделю, результаты его анализов становятся лучше. Можно я рядом с твоим цветочком что-нибудь нарисовать? Можно. И даже если вы чувствуете, что внутри вас есть какая-то, как вам кажется, нехорошая эмоция, ну, например, злость, это хорошо. Злость сигнализирует нам о том, что что-то пошло не так. И очень важно увидеть этот цвет своей эмоции и быстрее попросить листочек и попробовать нарисовать эту эмоцию. Она может быть большой, она может быть маленькой. Екатерина, в чем волшебство арт-терапии? Волшебство арт-терапии в том, что арт-терапия помогает не только развиваться, потому что когда мы рисуем, когда мы работаем с материалом, то в нашей голове задействовано очень много участков, которые отвечают за внимание, за память, за мышление, за восприятие, за образное мышление. Арт-терапия помогает снять тревожность. Арт-терапия помогает понять свои эмоции. Арт-терапия помогает в трудных жизненных ситуациях. Творить добро – потребность человека. Ведь помогая людям, все чувствуют радость. Множество организаций, театров, студий посещают детские дома, интернаты, больницы. А для некоторых помощь становится работой. В Чебоксарах несколько благотворительных фондов. «Время помогать» организовывает особые концерты. Фонд Ани Чижовой уже несколько лет проводит акцию «Дети вместо цветов». 1 сентября ученики покупают не букеты для учителя, а лекарства для тяжелобольных малышей. Это добро к нам вернется потом бумерангом. Если мы с первого класса каждый год потихонечку рассказываем о том, что надо делать добрые дела, ребенок вырастает, ну, каким-то, наверное, ответственным гражданином. Фонд «Право на жизнь» курирует отделение онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Его волонтеры регулярно привозят сюда игрушки. Здравствуйте!
Здравствуйте. Что это за коробка храбрости? Здравствуйте. В онкогематологическом отделении находятся дети с опасными для жизни заболеваниями. Поэтому они проходят множество неприятных, но при этом необходимых для выздоровления процедур. Поэтому мы придумали такой проект «Коробка храбрости». Он заключается в том, что, приходя в процедурный кабинет, после прохождения уколов, капельниц, других манипуляций, ребенок сам может выбрать себе подарок, получает из этой коробки храбрости игрушку. За весь курс лечения у каждого маленького борца за жизнь собирается целая коллекция, свидетельствующая о его храбрости. Отделений в больнице много, скучающих детей еще больше. Вызываю подкрепление. Люди, поймите, чтобы сделать доброе дело, нужно в первую очередь желание. Где солнышко у нас? Вот солнышко. Слушайте, у меня вода. А давай еще вот это надо. У нас игр никаких нету. Скучно, просто лежишь там, все. Это Хан Соло из «Звездных войнов». Это Си-3PO из «Звездных войнов». А это Люк Скайуокер. Вы однозначно его узнали, потому что смотрели однозначно «Звездные войны». Сканирую улыбки и блеск в глазах пациентов. Вот только время посещения заканчивается. Впереди тихий час. Дневной сон также необходим для восстановления сил и скорейшего выздоровления. Ты покажешь, кому хочешь показать? Кому хочешь. Посмотрите, что мы нарисовали. Это настроение. Это человечки, которые живут у Миланы. И они иногда появляются у нее, да, Милана? Наша миссия сегодня выполнена на отлично. У агентов с двумя пятерками по-другому и быть не может. До встречи на улице!